Так, это Меркурий. 16 мая. Сейчас статьючек поправлю. . 2021 год, Харьков, 20:38 по Киеву, Харькове. Сейчас будет МКС, на Меркурии у нас прячется и за горизонт, и за облака, поэтому ну, сейчас выдержку поменьше сделаю. Ну, по-моему, даже фазу я вижу Меркурия. Или мне просто так кажется. Мне кажется, что он слева. Больше освещен. Чем справа. А должно быть наоборот. Солнце сейчас правее. Село за горизонт. Так. 124 миллиона километров. До Меркурия. Венера совсем сейчас низко над горизонтом, ее мы не видим из-за облаков. Но Меркурий самое, на самом большом удалении. Завтра, по-моему, будет от Солнца для наблюдателей Земли. Какие у нас еще есть наблюдатели, кроме как Земли? С МКС. Да, надо МКС же не прозевать, а то я сейчас. Да разглагольствую весь. Все, оставил камеру. Отошел от штатива. Как сейчас опускается, так опускается Марс. Ой, Господи, Марс. Меркурий за горизонт. И Марс будет у нас сегодня рядом с Луной. Марс. 5 угловых градусов. Что такое? А, летит что-то. Птичка какая-то, да? Или пакетик. Колорита нам добавил в съемку. Ух ты. У нас сегодня уже месяц у нас пожирней. Вчера был совсем молоденький, жиденький, тощенький. . 394 тысячи километров сейчас до месяца. 20:42. Так, сейчас я должен американец появиться. Опять сюда прилетело. Так, выдержку чуть увеличу, а то опять на МКС и забуду ее включить. Месяц, он Меркурий видно. Планету Меркурий, видите, он над облачками. Ну, 125 крат тут увеличение довольно. Подойдите, посмотрите, коли интересно. Так, 20:43.
На юге должно. Ну, правда, не сказали. Зато там будет МКС. Вот так, пускай в кадр влазит наш месяц. Ясно. А я пока буду глазеть, стараться не прозевать. Может, даже облака не дадут нам МКС увидеть, надо же. А до Марса вообще сейчас 320 миллионов километров. Это вообще крайне далеко. В этом году, конечно, Марс для наблюдений. Не так, чтобы очень удачное время. Ух ты, у нас тут резкости нет, а мы снимаем в полный рост, да? Да. А, то вон же он МКС, елки-палки. Вынырнул внезапно из-за туч. Спутник, Международная космическая станция. Ой, как же тяжело тебя поймать на ходу.